Ну чего ты пришла? Так, сегодня у нас 8 апреля, воскресенье 2018 года. Решили мы снять на праздник Христово Воскресенье. Поздравляю всех, кто смотрит в этот день. Такое видео про ягнят. В общем, вот у нас ягнят. Он принесла его мамка 1 апреля и откинула. Дело в том, что она у меня находилась в общем стадии, и утром она его просто потеряла, когда я пришел. И когда я посадил их вместе, она его просто не приняла. Ну, это обычное явление, то есть за этим надо очень-очень серьезно следить, но у меня пока не получается. И дело в том, что я держу других еще животных, таких как свиней. Они у нас, я считаю, это мое личное мнение, что они у меня разносят конъюнктивит. И приходится иногда мазать глаза тетрациклиновой мазью, это простая детская мазь. Глаза, а у них бывает помутнение. Или вот так вот происходит с глазом, приходится мазать. Так что сейчас мы его маленько помажем, покажем вам. А потом уже перейдем к кормлению, и я расскажу. Так, у нас тетрациклиновая мазь. Главное, чтобы ему поспало туда, за именно, чтобы смазывало сам глаз. То есть, вот такой вот он. Он голодный и очень мешает мне. Намазываем на палец. Глаз не стерильный орган, так что ничего тут страшного нету, в перчатках без перчаток. Дело в том, что единственное, что потом надо помыть руки. Из-за чего? Из-за того, что конъюнктивит — это инфекционное заболевание, оно может остальным передаться. Так что другие манипуляции в дальнейшем уже лучше бы не производить. Ну, Милка у нас пришла вся оброщая, да? Ну, я говорю, считаю я, что это из-за свиней моих, да? Милка, иди сюда. У нас бывают вот такие вот заболевания, как конъюнктивит. Это простое заболевание, и самым простым антибиотиком оно лечится. Ничего тут такого страшного нет. То есть на глаз... На глазу у овец образуется помутнение. То есть, когда вы увидите, что овца один там мутный глаз, даже два у меня было. Я уезжал в командировку на неделю, пришел, у меня овца вообще не видела. То есть были помощники, которые вообще не разбирались и не понимали. И глаза помутнели, и из-за этого овца не видела. И очень тяжело ориентировалась. Ну ладно, сейчас к кормлению перейдем. Сейчас я возьму молоко. Использую я вот такое вот молоко, то есть это покупное молоко, пастеризованное. Отказался из-за местного, потому что много возникает проблем именно с качеством молока. То есть, опять же, кипятить, стерилизовать, это все делать в наших условиях не получается. Вот сейчас где-то в районе 250 грамм, предварительно его прогрел где-то до 40 градусов. Вот так я его зову. На. Его гоняют все мамки. Он ко всем пристает, из-за этого он маленько побаивается. На. Ну. Возьму и значит, его мамка принесла 1 апреля, сегодня у нас 8, то есть ему чуть больше неделя. Он уже привык к бутылке, постоянно ждет. Кормлю я его
4-5 раз в день. Ночью не хожу. Ночью он терпит, утром он, конечно, побольше у меня пьет. Ну, вот так. Ну, растет, растет. То есть особо отставания или разницы какой-то в других ягнят я не вижу. Но это все зависит, какого ягненка принесла мамка. То есть если он 2,5 там 4 килограмма, то естественно он будет нормально набирать вес и все нормально расти. А если он там килограмм, полтора, то, ну, естественно, у него будет отставание. А так вот. Вот мы попили 250 грамм. Сейчас у нас 4 часа, ну, обед, после обеда 4 часа дня. В следующий раз я его приду кормить в 8 часов. Вот так он у нас 250 грамм выпил. Он находится в общем стаде со всеми. Ну, отделять это, опять же, овечки у нас статное животное, я считаю, что нет. Ну, так как у него мамка, к мамке он вообще не подходит. То есть он не понимает, что такое мамка. Он считает, что я у него мамка, да? Да, мелкий? А, мелкий? Пойдем. Так что вот так.